Подвиг ратный, подвиг трудовой. В преддверии 75-летия Победы в выставочном зале Государственного исторического архива открылась документальная выставка. За 10 минут войны на территории Чувашии либо дислоцировались, либо формировались, либо базировались порядка 70 различных воинских частей. Победу ковали на фронте и в тылу. Республика оказалась в эпицентре оборонительной работы. Хорошее транспортное сообщение позволяло заново создавать производственные мощности на базе эвакуированных заводов, быстро отправлять на фронт боеприпасы, принимать на лечение раненых. Из республики на фронт ушли около 210 тысяч жителей. Здесь мы предоставили по возможности все направления, где так или иначе уроженцы Чувашии себя проявили. Наше отличие от многих предыдущих выставок, которые проводились в Чувашии в этом году, наверное, в том, что мы экспонируем подлинник. И здесь же есть еще такой момент, мы предоставили первый раз в этом таком формате, наверное, документы, связанные с строительством оборонительных рубежей. Потому что если до сих пор они в основном звучали как словесное выражение в виде лекций, докладов, что-то вот такое, то сегодня мы демонстрируем карту укрепрайона, который возводился на территории Алатырского района в рамках строительства Сурского оборонительного рубежа. Фотографии фронтовиков и тех, кто работал в тылу, письма солдат с поля боя домой, аудио- и киноархивы, мемуары ветеранов, бесценные факты военной истории республики и страны. Читаешь вот документы, вот, конечно, времени сейчас мало все это, и видно на самом деле, какой ценой досталась нашему народу эта победа. В экспозиции, помимо общих цифр и фактов о войне, есть и личные фонды участников Великой Отечественной. Здесь можно узнать, когда они были мобилизованы, в какой части служили, о поощрениях и личных наградах. На выставку пришли студенты Чебоксарского электромеханического колледжа. Ребята признаются, что многие факты стали для них открытием. Мне кажется, то, что эта выставка полезна любому, всем возрастам, то, что она может рассказать, как было, что было в годы Великой Отечественной войны. Нынешнее поколение должно знать правду о войне. И здесь не обойтись без документальных свидетельств. Александр Соловьев, Игорь Зверев, Республика.